Всем привет! Сегодня у меня, во-первых, микрофон в шлеме, я буду говорить, а во-вторых, на тесте спортбайк Ducati Panigale 959. Новая модель в этом году вышла, заменила 899. Несколько обновлений, чуть больше двигатель. Немножечко другая по внешности, но я и на той не ездил. Хотел, но тогда что-то не вышло, не помню почему. Ох-охо, как это интересно. Оп. Оп-оп-оп. Вот это да. Давненько я на спортбайке не ездил. Буквально лет 6. Греет неплохо горшок правое колено. Не ожидал. А вот и пробка. Нафига она мне здесь нужна? Вот чувак с музыкой катается, не спеша, ровненько сидит в комфорте. И стекло у него. Чувак, пока. Спасибо, что провел по светофорам. Я не знаю, когда здесь загорается зеленый, поэтому лучше вот сейчас держать передачу. Сейчас тут вообще надо очень аккуратненько быть, вообще саксовое место даже для машины. А я на мотике. Всем вообще насрать на меня. Все едут себе на тачках, в броне металлической. И по зеркалам не смотрят. Давай же! Так, фордец, ты же наверняка прямо хочешь поехать, да? Нет, смотри-ка. Ну, хер знает, как ты едешь. Да уж, действительно.
стик-шифтер очень приятная вещь, переключается хорошо. Опять красный. Сколько можно? 3, 2, 1. Москва-Сити. Прекрасная Москва-Сити. Маленькая башенка 2000. О, человечки моют башню. Кажется, это где-то здесь. Вон там. Вот здесь. Вот здесь. Что-то, согласитесь, не самое презентабельное место для такого грандиозного сооружения, как Москва-Сити. Благо сейчас хоть парковку сделали, вот разметку поставили, ну как разметку, знаки хотя бы. Кажется, здесь выход есть. Да, то, что мне надо. Зеленый. Вау, колодец. О, Бентли. Красный, красный, каждый раз мне красный. О, блин, срезан асфальт. Газель в левый ряд. Как всегда, это очень необходимо ему. Что я несу? Я несу людям счастье! Да, классно на самом деле. Настроение хорошее, байк офигенный.